Если, скажем, говорить о центре, который напротив дома быта, то его площадь, если бы он строился в Америке, составляла бы пол центрального района. Там были бы стоянки и все остальное. Поэтому мое мнение, да и мнение вообще архитектурной братьи общественности, это крупные такие центры торговые, торгово-развлекательные, нужно делать на стыках городов, на выносе, скажем, Новокузнецк-Мыски, Новокузнецк-Осинники, Новокузнецк-Прокопьевск, где мог бы сосредоточиться по-настоящему, чтобы мог житель поехать с семьей либо на день, на полдня, и там есть все от развлечения детей от покупки от гвоздей до самолетов. Это было бы раз. Сегодня вот эта пагубная идея, она запоздалая, причем неплохо очень вписывается в нашу среду. Город уютный. Чем плох проспект Металлургов со своими площадями, с акцентами, небольшими торговыми, медицинскими учреждениями, театром? Это же классика, это замечательно. Поэтому сегодня надо думать прежде всего, а как он будет эксплуатироваться, как будет, что даст он для жителей –